Итак, дорогие друзья, в нашем городе появился новый супергерой. И мы можем первые взять у него интервью. Прежде всего, каково ваше супергеройское имя? Меня зовут Супермен. Ну тогда Мегамен. Да что ж такое? Хорошо, я супер... мега... чел? Супер-мега-чел? Супер-мега-чел! Звучит как чудно. Он был обычным парнем. Взять его! Пока однажды совершенно случайно... еле убежал. Что за... И так он получил свою суперсилу. Эту повязку. И этот пистолет. И начал бороться со злом. Супер-мега-чел, тебе необходимо разогнаться до 125 км в час, чтобы твой план сработал. Ну и какой же чудной герой без чудного оружия? XL-ган. Двустволка. Хотя нет, это банально. Трехстволка. А также специальный презент от ученого с орбиты Земли — атомный тостер. Щилбонатор. И остальные чудные штуки, если вы, конечно, поддержите игру на Indiegogo. Супер-мега-чел, бог силы приближается, необходимо включить щиты. Чудной герой. Weird Hero.